Будем надеяться, что все. Итак, мы начинаем. Пара и группа «Школа танца». Третье место занимает Глеб Фидрик, Дарина Фидрик, номер 272. Выходите к нам. На втором месте Георгий Борисевич, Марина Кампович, номер 255. Еще одно второе место у пары под номером 242. Илья Малышев, Виктория Кричихина. Возвращаемся в строй. И наше первое место. Номер 267. Станислав Вишневский. Владислава Онищик. Пара под номером 266. Александр Скрикан. Виолетта Мисюкевич. Дмитрий Дьяков, Элина Бельков. И на первом месте пара под номером 239. Наум Исотов, Татьяна Елавчук. И третье место заняли Софья Титенко, номер 249. София, Софья, Соня, выходи к нам, номер 249. Отправляемся в бой за 249 номером. У кого он? Нет у нас почему-то здесь 249 номера Софья Титенко. Минт, Бойта. Ладно, я думаю, тренеры передадут. Движемся дальше. Алиса Седунова, номер 258. Также третье место. Алиса Седунова, выходи к нам. А вот у нас пропажи выбегают. Может быть, Софья Титенко появилась под номером 249. Выходи к нам, если появилась. Нету Софьи все еще. Ладно. Движемся дальше. Анна Спиридонова, номер 247. Третье место. Также на третьем месте Глеб Фитрик, номер 272. Оливия Магазинникова, номер 250. Получает третье место. Владислав Федоров, номер 269. Третье место. Мария Демидова под номером 265, также на третьем месте. Антонина Борисевич, номер 256, выходи к нам. Ангелина Теплая, номер 248, третье место. И еще на третье место Александра Поповская, номер 270. Далее вторые места. Мария Хожевец, номер 236. Валерия Шупица, номер 275. Лера, выходи к нам. Дарина Фидрик, номер 273, получает второе место. Ксения Хомченко, номер 252, также на втором. Второе место завоевала Милана Бачища, номер 225. На втором месте Мария Башко, номер 192. Второе место Станислав Вишневский, номер 267. София Станкевич, номер 254, также второе место. Виктория Гречихина, номер 243. Второе место. И еще одно второе место, номер 271. Мирослава Долголева.
И наши победители. Первое место. Владислав Шабар, номер 264. Артем Адамович, номер 96. Вероника Жилянина, номер 257. Владислава Онищик, номер 253. Алиса Дайнека, номер 246. Илья Малышев, 242 номер. Екатерина Фролова, номер 241. Милана Широкая, номер 261. Александра Михалов, номер 245. 251 номер Стефания Космачева, также первое место. Владислав Сташкевич, номер 205, первое место. И София Гордейчук, номер 274, занимает первое место. Что же, все награды нашли свои герои. Давайте поднимем ручки повыше. Мама, папа, хлопайте нам, аплодируйте, снимайте нас на фото и видео. Вот такие мы сегодня супер-пупер талантливые. А теперь отправляемся к мамам и папам отмечать свое выступление. И как только безудержное счастье исчезнет с паркета, мы готовы встретить на нем финалистов вечернего отделения. Поехали! Выходим, выходим! Итак, мы начинаем с группы ДТ2 ЕКОС. Латина, пятое место, Георгий Савалевский, Анна Кононова. Минск-Георгская федерация спортивных танцев тренера Михаил Светланович Средский. Четвертая позиция, Арсений Чернович, Милана Пакино. Заславы, акцент тренера Сергея Анастасия Покас. Третья ступенька пьедестала Андрей Кафанович, Ирина Королевич, Минск, Вольта, тренер Снежана Голосова, Руслан Королевич. На втором месте Алексей Шершнев, Валерия Ширяева, Гомельская областная федерация спортивных танцев, тренер Светлана Цитарева, Эдуард Суга. И победу в этом финале одержали Артем Гурский, Дарья Самосев, Минск, Айденс, тренеры Артем Мирончик, Егор Мальцев. Ну что же, награды получены, кубок также доставлен. Очень аккуратно держим его над головой партнерши. Делаем памятное фото и провожаем с паркета группу «Дети 2Е». Далее на соло категория, седьмое место, Андрей Габанович. Минск, Вольта, тренеры Снежана Голосова, Руслан Королевич. Пятая позиция, Дарья Хомутовская, Витебск, арабеск, тренер Ольга Хомутовская. Четвертое, пятое, прошу прощения, место. Арина Ткаченко, номер 127. Город Бобруйск. Четвертая позиция. Яна Сикач, номер 185. Минск, Сигма, тренер Елена Козыра.
Бронзовый медаль получает Алена Гусева, Минск Сигма, тренер Наталья Бабич. Серебро турнира Кира Кнарус, номер 169, город Бобруйск. Победу в финале одержала Элина Королевич, Минск, вольная тренера Снежана Голосова, Руслан Королевич. Дети 2. Второе место. Максим Кирилев, Анастасия Павлюк, Минская областная общественная объединение спортивного класса. Тренеры Валентина Калинская и Оксана Кирилев. И первое место в этом финале Тимофей Хващевский, Карина Киселева, Минск, Диамант, тренеры Дмитрий и Алена Сотникова. Традиционная контрная память. И мы провожаем с паркета открытой группы 10-2. Переходим к награждению группы юниоры. Они европейская программа. Пятое место. Пара по номерам 268. Александр Стрицкий, Ксения Лутовская. Минск, городская федерация спортивных танцев тренера Михаил Светлана Стрицкий. Четвертая позиция, пара по номерам 260, Матвей Кощук, Вера Купревич, Минск, Айденс, тренеры Артем и Ирина Мирочи. Бронзовые медали. Илья Буйматович, Лейса Андрей Званова, Гродная империя, тренеры Сергей Мипашевич, Екатерина Тировская. Вторая ступенька пьедестала покоряется паре по номерам 244. Владимир Гудков, Екатерина Барбалкина, Минск, Айденс, тренеры Артем и Ирина Мирончик. И выше всех на пьедестале будут стоять Леон Легкоступов, Амелия Шевченко, Витебск, Айрина, тренеры Роман Легкоступов и Екатерина Бурдинская. Ну что же, еще одна серия фотоснимков. И мы благодарим группу юниоры 1 за украшение нашего турнира. Уважаемые спортсмены, переходим к награждению группы юниоры 2. Rising Stars. Также стандарт. Шестое место. Пара под номером 260. Матвей Кощук и Вера Купривич. Минск Айденс, тренеры Артем и Ирина Мирончик. Пятое место Владимир Гудков, Екатерина Барбалкина, Минск Айденс, тренеры Артем и Ирина Мирончик. Четвертая позиция Федор Маковецкий, Виктория Брулевская, Минск Диамант, тренеры Дмитрий и Алена Сотниковы. Илья Гульматович, Лейса Андрей Званова, Гродная империя, тренеры Сергей Мипашевич и Екатерина Деровская. Второе место Леон Легкоступов, фамилия Шевченко, Витебск, Айлита, тренеры Роман Легкоступов, Екатерина Бурдинская. И победителями до финала
становятся Владислав Коля, Кристина Буглай, Витебск, Арабеск, Женя Ольга Комуновская. Конечно же, мы не прощаемся. Мы говорим вам до скорых встреч на новых турнирах.